Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны дожди. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 6 апреля температура на Апшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 12-15 тепла. В Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 770 миллиметров тутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%. В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, кое-где осадки будут интенсивными. Временами возможен туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла. В горах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.